Всем привет! С вами Нидерамос. И это очередная модификация на Crash Bandicoot 2. Так, давайте пропустим эту заставку. Ужас-то какой! Да. My battery is fried. Make yourself useful, big brother, and bring an extra battery for me. Так. Здорово, человек. Тебе нельзя ушатать? Нельзя. Толкс у него вас. Музыки здесь пока нет. Но это не страшно, музыка сейчас будет. Сказал я, когда музыка уже началась. Гениальный человек. Жизнями нас не бог, кто снабдили. В отличие от других модификаций, эта модификация сделана на европейской версии игры. Так что... Я не знаю, что это значит. Какие-то особенности этой версии тут будут. Ты телепорт подальше перенесли. Всегда хотел узнать, что там дальше. Всегда казалось, что там что-то есть. Так, ты идешь нафиг. Давайте сделаем сохраняшечку. Так, не обращайте внимания на это сохранение. Это относится немножко к другой модификации. Моды. Так, на европейской версии у меня нет сохранений. Ну что ж, идемте. А я не помню, кстати, все уровни изменены или нет. Но насколько я знаю, у этого мода есть проблема. Да, тут все изменены, ну, этот изменен. Поэтому я буду использовать быстрое сохранение, что иначе он... Тут какой-то просто беспредел может начать происходить после смертей. Не знаю, честно, какой. Сам я этот мод не играл и не смотрел по нему видео, но наслышан, что любит этот мод начать шутить. Здорово, попа. Давайте. Кстати, звук этой тикающей бомбы даже другой в европейской версии. Ой, ты что делаешь, блин, худ? Так, ну это. Это окей. А в чем смысл, простите? Нафиг. Так непривычно звучит. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тут нет чекпоинта. Обидно. Серьезно? Автор, ты жесток. Ага. Куда? Чёрты, что за хрень? Вот офигеть, конечно. Надо было все-таки чекпоинт, видимо, брать. Хотя, с другой стороны, там ничего сложного. Давайте не будем брать пока.
потому что сейчас не смогу разбить это все дело. И полетел. Чекпоинт я все-таки не буду брать. Отлично. Да что ж ты делаешь? А, кстати, стоп. Мне же надо использовать эти. Потому что какие-то глюки могут пойти. Так, жизни, жизни. Я в него вошел. Вошел в ящик насмерть. Кстати, а что если... взять маску и упасть с ней туда? Хотя чем она мне там поможет особо сильно? Стоп, что? Здесь что? Не, ну в чем-то она мне, конечно, поможет. Так. Два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, черт. Это было жестко. Стоп, а где еще один? А, там ничего нет. Удивительно. Хотя, как с этим прыжком можно и спингасить их. Что? Серьезная игра? Ты жестоко. Че нет, игра-то норм. Автор, ты жесток. Ой, чуть шарахнулся. Пока вел руку к этой сохранению, чуть стол не сломал. Пах. Чё? Офигел, что ли? Товарищ Бандикут. Что-то я рискованно это сделал. Я аж удивлен. И сколько тут всего коробков надо? Ох ты ж. Но это сделано специально, можно пройти, собрав все ящики.
Чей наоборот, не собрав ни одного ящика. Тут 31 коробка. Нормально или нет? Ты издеваешься? 145 коробок? Серьезная игра? Ты там чего? Ты что делаешь, игра? Что с тобой? Охренеть! Где я возьму еще 12 долбанных коробок. Где? Просто где? Я не понимаю, где они могут быть. Ладно, одна, две, ну, 12. Ужас-то какой. Я умудрился-то столько пропустить. Черт. Давайте еще раз сходим вот сюда, вот, конечно. Здесь, по идее, я все собрал. Странно. Какого черта? Нет, давайте сходим еще на сад, посмотрим. И потом надо будет загрузиться, чтобы бага не было этого. Я не знаю, где этот баг происходит. Серьезно. Вообще не представляю. Двенадцать коробок. Игра, ты серьезно? А, это я... У меня бонусы еще же не зачли сейчас. Точно. Не, я не, просто реально не представляю, где это. Может хотя бы быть. Конечно, кошмар. Ладно. Уходим отсюда, я думаю. Где я мог их пропустить? Вообще не понимаю. Так, понятно. А, ну это мои гемы из того. Стоп. Я что, даже кристалл не взял? Серьезно? Погодите, погодите. Какого хрена?
А, я же ее синий сейчас не смогу собрать, где? Теперь давайте сделаем быстрое сражение, типа я в начале. Все-таки попробую, конечно, дойти без смертей туда, о, без ящиков туда. Конечно, я в шоке. И кристалл я что-то не нашел нигде. Да. Как-то страшно. Знаете ли. Не подходите ко мне. Кристалл-то я где мог потерять, простите. Не, смотрите, надо же. Это дали. Ну и все. Это единственный камень, который я смог собрать. А, вон оно что. Так, часть ящиков нашел, окей. Ужас, куда их запихнули-то. А, наверняка на этой штуке тоже есть, да? Тут уже вращение нельзя использовать. Хм, странно, нет. Вообще никак не выглядел, что там что-то есть. 27. Как раз, да, 34, по идее, и должно было быть. Давайте все-таки возьмем эту штуку. Вон она что. Это вот здесь находится где-то. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. О! Там наверху ничего нет. Отлично, сюда забрались, окей.
Так, два ящика там. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 77 коробоков. Коробоков. Немножко больше, чем в тот раз было. Буквально пару-тройку штук. Ладно. Кстати, стоп. Вообще, какого черта? Мы же разбили зеленый восклицательный знак. До него только сейчас дошло. А вот и нитро стоят. Знаете, я сейчас не буду штуку. У нас когда вы заканчивались, а то я чуть не ушатался. Об ящик. Тут видно только один. Окей, вот здесь. Здесь ничего. Не, может, этих надо убивать. Не, ну это явно не прохождение этого уровня. Наверняка в каких-то еще ямах лежат. А, это лист. Ну да. Где они могут еще лежать, я понятия не представляю. Ладно. Давайте на этом закончим данную серию. Я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях.